В администрации Кировского района прошло заседание районной межведомственной комиссии. В совещании приняли участие представители управляющих организаций жилищного агентства Кировского района, ресурсоснабжающих организаций. На повестке дня стоял вопрос подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. Заместитель главы администрации Кировского района Владимир Захаров поручил управляющим компаниям в кратчайший срок устранить все замечания, выявленные в ходе проверок в жилых домах. Разбитые окна, размагниченные двери, выкрученные лампочки. Управляющим организациям необходимо осуществлять осмотр лестничных клеток ежедневно и вовремя устранять неполадки. Ресурсоснабжающим организациям предписано обеспечить получение актов готовности многоквартирных домов к началу отопительного сезона. Следующий вопрос, который обсудили на комиссии, касается снижения темпов роста задолженности управляющих компаний перед РСО за потребленные ресурсы. Рост кредиторских задолженностей по Кировскому району остановлен. То есть у нас уже есть тенденция на ее снижение. Вот. Это в целом, если брать полностью все управляющие компании. За 6 месяцев постоянно на 1-6, точнее на 5 месяцев, значит, погашение кредиторской задолженности с 1 816 000 она снизилась до 1 681 000. Владимир Захаров дал поручение управляющим организациям района принять меры по погашению кредиторской задолженности и в дальнейшем не допускать прироста долга. В завершении заседания членов комиссии проинформировали о проведении повторных гидравлических испытаний тепловых сетей на территории Кировского района 25 и 26 июля от ТЭЦ-14.